Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры. Сегодня у нас шницель с картофельным пюре от кафе «Пятерочка». Порция 250 грамм, приобреталась в магазине «Пятерочка» за 169 рублей, что, в общем-то, недорого. Написано, что у нас из куриного филе, сразу здесь видно калорийность. На 100 грамм продукта 9 грамм белков, 8 грамм жиров, 16 грамм углеводов, 170 килокалорий. То есть, по сути, такая низкалорийная еда. Ну, как низкалорийная, относительно среднекалорийная. Да? Вот, написано, что готово только разогреть 2 минуты. Давайте посмотрим составчик и будем пробовать. Значит, состав у нас входит следующее. Пюре картофельное, состоящее из картофеля, молока питьевого, сливки питьевые, масло, сливочная соль. Далее, шницель куриный, состоящий из филе куриной грудки, сухарей панировочных, состоящий из мука пшеничной, высшего сорта, дрожжи и вода, меланж яичный, масло фритюрное. Молоко питьевое, мука пшеничная, высшего сорта, соль, перец, белый, молотый. В общем-то и все. Изготовитель у нас Московская область, город Долгопрудный, для «Пятерочки». Шницель такой нормальный, крупненький, немало положили. Опять же, за 169 рублей всего. Давайте разогреем и будем пробовать. Погнали. Ну что, разогрели, вот так все это выглядит, нормальный такой аромат. Сейчас необходимо порезать шницель и размешать с картофельным пюре, чтобы было вкуснее есть. Так что увидимся на дегустации, сейчас я это сделаю. Ну что, ребята, все порезал, перемешал, давайте пробовать. Шницель такой добротный, большой. Пюрешка тоже вкусная. Вот здесь баланс хороший, что шницель положили большой, не маленький, не сэкономили. Вот. И картофель нормально, то есть такой баланс. Наверное, 50 на 50 примерно. Вот это вот очень неплохой перекус за свои деньги. Перекусить там на работе, где-то еще, быстро, просто сбалансированно. Он не жирный, не острый такой. Нейтральный максимально, такая небольшая порция, 250 грамм на перекус, само то как бы и не объешься, и как бы подкрепишься немножко. Ну, очень неплохо. Ну что, ребята, почти доел, готов поставить оценку. На мой взгляд, данный шницель из «Пятерочки» с картофелем пюре получает 3 балла из 5. Очень неплохой продукт на перекус, в принципе, свежие, хорошие ингредиенты. Не жирный, такой легкий, недорогой и быстрый. Поэтому на перекус очень неплохо. Твердая тройка. Рекомендую, берите и перекусывайте без проблем. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.